Первая в нынешнем году игра КВН на зимний кубок городского головы прошла 6 февраля в местном ДК. Две команды одного и того же вуза, Измаильского факультета Одесской морской академии, команды «Линкор» и «Дирижабль», схлестнулись на поле боя юмора и сатиры. Нужно сказать, что эти команды поднаторели в качественном юморе, имеют собственное лицо и свой сценический почерк. Вообще, за последние 2 года за КВН в Измаиле можно не краснеть, уровень более чем приличный. Жаль только, что команда «Линкор» объявила со сцены, что играет свою последнюю игру. Старшекурсникам нужно нарабатывать плавпрактику и подтягивать учебу. Тема игры была вольной и называлась «Творю, что хочу». Команды состязались в 4 конкурсах. Свободный полет, разминка, музыкальное домашнее задание и озвучивание ролика. «Дирижабль» очень динамично шутил, и их выступления хорошо были отрепетированы. И еще, «Дирижабль» был решительнее настроен на победу, а это очень важно. У «Линкора» самым смешным и нетривиальным получилось домашнее задание. Как всегда, у этой команды были прекрасные костюмы и реквизит, которые ребята делают своими руками. На высоте были и обе команды, и жюри. А может, мы еще сыграем и споем? А может, это все спасибо КВН? Спасибо за все! За шкурный свет из лекарства. Победил «Дирижабль», с чем мы его и поздравляем. На сегодняшний момент у ребят вообще нет соперников, так как за кулисами и «Линкор» дальше играть не собираются. Надежда только на новые команды, которые, возможно, появятся в Измаиле. Оксана Карселян, веб-студия «Курьер».